Ребятки, всем привет! С вами Александр, мир юрского периода, и вы помните это сложнейшее задание, которое я у себя в аккаунте смог выполнить только два задания. В общем-то, но сейчас мы находимся в гостях, и давайте мы таки выполним его. Я думаю, здесь уже можно утверждать, что мы сможем это сделать, потому что у нас все динозавры есть, в любом количестве мы можем их использовать, и это будет интересно. Итак, первый бой у нас довольно-таки, ну, простой. Во-первых, у нас трицератопс, у него даже не 18 тысяч жизней, как было у меня в третьем бое. Ну и так, впрочем, всякая там ерунда. Будем сражаться самыми сильными, ребятки. Так, ставим хищника, он, конечно же, подменится. Вот мы вот так вот можем сделать вот так вот, ну и вот так вот. Понимаете, даже пахигалозавра нет смысла брать, потому что метриофодон лучше. Сейчас, кстати, идет скидка, ну, на пахигалозавра 10 тысяч, на 10 тысяч генов дешевле его можно купить. Не знаю, правда, это мало кому поможет, но скидка есть. Вот так вот. А, блин, я его за два удара мог бы убить. Не стоило все-таки атаковать. Ну ладно. Ну и пахигалозавр был бы тут получше, исходя из того, что у нас есть травоядный. Трицератопс, метриофодон здесь как бы так себе. Так, мне вот интересно, он проатакует нас или нет. Ну давайте попробуем разобраться так. Два. Вот подлец. У него что, три было? Ну давайте так. Мне тут в комментариях писали, почему я иногда молчу. Да потому что здесь считать надо, ребята. Это же не та безмозглый какой-то шутер, где взял, просто бежишь и стреляешь всех направо и налево. Здесь надо очечки считать, прикидывать, как лучше сделать. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, еще что-то там отрубят. Так что, ну вот, например, как сейчас. Нет. Не досчитался, и вот тут можно и проиграть так легко. Но он атакует на все 4, значит, мы не проиграем. Метриофодончик за один удар завалит Гуаньлуня. Поставим себе 3 в защиту и 3 в перенос. Так, так, Тирана-Титан. 10 тысяч жизни и 4 тысячи сила удара. Они все, конечно, чертовски хороши, все на уровне нашего Юдона. Но. Ну, сейчас во втором бою, я думаю, будут уже ребятки помощнее, чем наш Юдон. Вот если бы в этом аккаунте было вообще всех по 3, было бы вообще шикарно. То есть 3 Юдона, 3 Метриофодона, на меду 40-х. Так, ну мы вот так вот делаем. И идем дальше в бой. Так, здесь уже чуть помощнее. Афиакадон, сила удара 6200. Будьте рады познакомиться. Галимим и Дилофозавр бьют по 4800. Вот так вот. Делаем вот так. Он подменится на Галимима. Галимима встретит Юдон. Ну, давайте Дилоса возьмем. Дило... Эрлифозавра. Ну, вот даже как-то не очень хочется брать пахигалозавра. Ну, ладно, раз вы просите, возьмем пахигалозавра. Хотя из-за него и будем еще проиграем, будет неприкольно.
9000 горгазуха здесь совсем не смотрится. Это такой минимум. Сейчас нас Афиакадон как шарахнет, я вас уверяю. Да, Дилас. Но нам даже это на руку. Но мы-то выдержим еще один ударчик. Так. У него будет три. Раз, два, три и раз, два. Думаю, у нас все получится. И это хорошо, что у него следующий идет Офиакадон. Он вот не очень удобно подменился. Для себя неудобно, для нас вообще шикарно. Атакует на два и получает болта. Так. На два. Раз, два. И ему хана. Ну, давай. А ну-ка. Неужто ли один юдон здесь все затащит? Галимим. Сколько будет бить Галимим? Ну, три удара мы не выдержим. Не. Вот одного очко не хватает. Если бы у нас было на одно очко больше, мы бы смогли это сделать. Ну, я знаю, что мы его не пробиваем, и мы сейчас потеряем Горгазуха. Но я надеюсь, за один удар мы добьем. Ну да. А, черт. Я что-то как-то я убил. Я не заметил. Ладно, я-то думал. Нет, ну. Ну-ну. В общем-то, когда у вас нету ограничений, то ничего особо супер страшного здесь нет. Но вот смотрите, какие у нас противники. 15-5600, 15-5600 и 15-5600. Они все практически одинаковые. Под кого они подгоняются, я даже вот не догадываюсь. Каким методом им раздаются уровни, не знаю, ребятки. Вот так вот он стопуднякова подменится. А можем вообще сделать, допустим, ну, если я возьму три наших хищника, вот так вот, смотрите, то мы проиграем. Вот зуб даю, то есть смотрите, у нас сила удара почти в два раза меньше, и в общем-то и жизни у нас намного меньше. Ну давайте сходим чисто по приколу, то есть как долго я смогу продержаться. Надо защищаться. Вот, иначе он бы нас просто убил бы, и все, и можно было бы выходить вообще моментально. Ну вот он сейчас нас не проатакует, скорее всего. Ну вот на один всего лишь проатаковал. Значит, я, в принципе, не могу дальше защищаться, потому что у него будет много баллов. Но то, что я... Ух ты, прикольно. Как бы я думал, это прям такие шрамы от удара, но нет. Так, раз, два, три. Пробил, ребятки. Я его пробил. Теперь вопрос, стоит ли защищаться? Ну ладно, давайте попробуем. Маджун Газаурус. Давай, давай, давай. Блин, жесть какая-то. Он на голову сильнее юдона. 4 атакует на 3. Так, мы выжили. Мы выжили. Но у него один балл остался. И он сейчас меня проатакует на 5. Это стоп. А чё-то я так неправильно посчитал. Ну ладно. В общем-то, мы побеждаем, вроде как. Уже, в принципе, я бы его мог добить. Я что-то думал, что у него один балл остался. А, смотрите, прикол в чем. Мне нужно ставить 4 в защиту. 4, потому что он бьет 5600 колобаринг. А у меня 4500 жизни. Это просто жесть. Ну, хорошо, легко считать. У них у всех 15 жизней и 5600 сила удара. Здесь ты точно запомнишь, что у кого. Вот подлец. Он один балл.
перенес. Ну я его за 4 пробиваю. Я его даже за 3 пробиваю. Вот так вот могу сделать. Ну а он балл один перенес, ладно. Если бы он даже щит поставил, я бы его все равно пробил. Ну не ожидал, ребятки, не ожидал. Не ожидал, что мы сможем его победить. Так, ну а мы получаем... Открываем Эласмозавра. Да. Ну, в общем-то, такой проблемы с этими турнирами нет. У тех, у кого нету максимальных динозавров. То есть там уже просто, я не знаю, просто какой-то караул происходит. А вот что у нас происходит на рынке. Вот то, что я говорил. У нас идет распродажа гибридов, ребята. Вот оно что. Распродажа гибридов. Пахигалозавр на 12 тысяч дешевле. Юдон. Сегнозу, халангозавр и тому подобные ребятки. И индомин, смотрите, как дешево стоит индоминус по нынешним то меркам. Крутик, ну вообще полная распродажа гибридов. С чем бы это связано было, непонятно. Ну ладно, в общем то ребятки, на этом все. Я еще сейчас закончу эту серию и буду снимать еще одну серию, там мы сразимся тремя пахими мегалозаврами, короче. Будет 3 сороковых уже будет у нас. Так что будет на что посмотреть. Всем пока.